на твоем маршруте противник. Не попадайся им на глаза. Спасибо. Ты уже раньше участвовал в бою? Да, дважды. Мне даже прострелили ногу. Но рана быстро зажила. Расскажи. Бой вообще нельзя ни с чем сравнивать. Там такой грохот, все происходит очень быстро. И вдруг понимаешь, что в любой момент тебя могут убить. И что потом? А потом ты либо решаешь погибнуть и стараешься словить пулю, либо хочешь выжить и своими действиями посылаешь на смерть других. А ты что решил? Я же здесь. В твоей позиции удобно запустить трикоптер. Запускаю. Так, Сэм, подведи трикоптер ближе, чтобы удалось сравнить голос. Сравниваем. Качество не то? Что значит не то? Ах ты!
Черт! Слушай, Сэм, говорят, распознавание по лицу надежнее. Сэм, вижу на беспилотнике несколько вариантов входа в здание. Эта пушка дрянь. Вот что, мы лучше найдем тебе острый нож. В бою пригодится. Смеешься? Мой ствол старый и разболтанный. Я хочу надежное оружие. Человек важнее, чем оружие. Но человеку с хорошим оружием проще победить в бою. Нужно сражаться с тем, что есть, и учиться побеждать. Ладно, тогда меняемся пушками. ممکنه سرت بیاد. فکر میکنی آمریکایی بتونن جلو ما وایسن؟ اونا گهران کلوفتن. امکانات خوبی هم دارن. تو بی خودی نگران. انگیزه ما مقدسه. هدف ما درسته. تفنگای ما قدیمی هن. و مثل آمریکایی هواپیمای بدون سرنشین نداریم. اگه بخوایم از اینجا دفاع کنیم فقط به چشم باز و خشاب پر نیاز داریم. امیدوارم اینطور باشه. وگرنه به مشکل برمیخوریم. باید کمی ایمان داشته باشی. پیروزی با ماست. بله، ایمان. و البته مهمات. Попробуй как-нибудь сменить профессию. Ah!
Привет тебе от Кобина. Эй, подожди секунду. Нет, 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 стой! Стой, сука! Я из Ми-6. Три года под прикрытием, а ты все запорол! Код доступа, живо! 7, 5, 7, браво! Виктор, 9, Оскар, 9, 8! Ты ее сломал, ублюдок! Грим, ты слышала? Да, Сэм. Эй, кто тебя послал? ЦРУ? Этот код устарел. Нужен снимок сетчатки. Где твой командир? Ну же, говори, и идем! Он перед тобой. Что ты делаешь? Ты спятил! Его зовут Джадид Хаидас. Он и правда из Ми-6 был. 5 лет назад его вышвырнули как двойного агента. Может, хватит, Джадид? Черный список. Говори. А, чертовы янки! Строите из себя ковбоев! Говори. Ты опоздал. Сэм, крупная передача данных из поселка поблизости. Что ты затеял? Все давно затеяно. Осталось исполнить. Засеки место. Передача идет с крупного узла связи где-то в верхнем поселке. Ищи большой ретранслятор. Давайте туда беспилотник. Хватит с меня сюрпризов. Каков план атаки, Сэм? Заберусь отсюда. Готовь вертолет к эвакуации и жди. Хорошо. Сэм, командир Дельты вышел на связь. Паладин, вымпел на связи, прием. Паладин на связи. Доложить обстановку. Прием. В зоне операции многочисленный противник. Пехота и транспорт. Я под огнем. Прием. Укрепление, слаженные контратаки. Короче, полная жопа. Прием. Думаешь, они знали о наших планах? Прием. Так точно. Ничего, зададим им перца. Выбил отбой.
Я под мостом, который ведет к деревне. Сэм, вижу на мосту движение.
Похоже, инженеры укрылись от наблюдения с воздуха в подземных туннелях. Подтверждаю информацию. Там повсюду следы раскопок.